Дорогие друзья, всем привет! Сегодня приготовим в духовке картошку дольками со специями. У меня 13 штук, и сейчас я ее почищу и порежу на кусочки. Вот на такие кусочки. Теперь добавляем специи. Черный молотый перец по вкусу, 1 чайная ложка сладкой паприки, 1 чайная ложка сушеного базилика, 1 чайная ложка сушеного чеснока, 1/2 чайной ложки соли, 3 столовые ложки растительного масла. Тщательно все перемешиваем. Выкладываем на противень, застеленный фольгой. Равномерно распределяем по поверхности, чтобы наша картошечка красиво подрумянилась. Картошку отправляем в духовку на 40 минут. Температура 180 градусов вверх-вниз. Вот такая шикарная и аппетитная картошечка у нас получилась. Всего вам доброго, всем пока!